Бартамания, Дисней-шоу, книжные разборки. В Микуньской библиотеке имени Бориса Старчикова завершилась череда мероприятий, приуроченных ко Всероссийской неделе детской книги. Гостями праздника, который длился целую неделю, стали школьники и подопечные реабилитационного центра. Ребятам напомнили о добрых детских произведениях, любимых разными поколениями, в современной игровой форме. Участники смогли проявить себя в литературном баттле «Волков энд Баум». Одним нравится Баум, другим нравится Волков. И в этом нет ничего плохого. Эти два замечательных произведения. Вот мы увидим, кто из вас какое больше любит. Волкова или Баума. Хорошо? Вы разделились на две команды. Одна команда «Изумрудный город», другая команда «Страна Оз». Начинаем игру. Добрый путь. В юбилейный для этих писателей год вместе с героями книг юные читатели преодолели много препятствий. Каждый этап проходил в формате батла. Команды разыгрывали кроссворды и ребусы, собирали пазлы. На финишном задании капитанам пришлось проявить смекалку и показать актерские способности.